Чистый лист. Вот с чистого листа стартуют очередные старые знакомые. Команда КВН «Уездный город». Челябинск, Магнитогорск. Добрый вечер, уважаемые мужчины и те, у кого белая полоска на спине. Мы 5 лет не были в Сочи. 5 лет мы не были в Сочи. Господи, где мы только не были за это время. В Египте, в Турции. Мы, наверное, единственные, кто, побывав в Турции, снова вернулся в Сочи. Господа, встречайте, мой старый друг Стас Ярушин. Всем привет! Здорово, Сочи! Серый, здорово, здорово! Александр Шевич, здравствуйте. Можно с вами сфотографироваться. Ага. Опа! Стас, ты что делаешь? А пусть дура знает, с кем вчера не пошла. С Васильевичем не пошла. Да нет, Серега, не с Александром Васильевичем, успокойся. Добрый вечер, милые дамы и те, кто оборачивается, когда проходят милые дамы. Вы знаете, на этой сцене мы не были 5 лет. За это время мы были везде. Мы были в Египте, в Турции. Мы, наверное, единственные, кто после Турции всегда возвращается в Сочи. Сергей, вы опять мою шутку сказали? Добро пожаловать в жестокий мир шоу-бизнеса, сынок. Встречайте, наш старый друг Александр Журин. Здрасте, граждане отдыхающие и те, кто приехал с женой. Александр Васильевич, мое почтение. Стасян, здорово. Одет-то как, а? Одет, Саша, с ума сошел. Вон шутки мои воруют и все, слушай. Привет, Сань. Здорово, как дела? Да все нормально, парни, я же время не терял зря. Я же за это время бизнес свой организовал, да. Но сначала, конечно, ларечек. Потом торговый центр прикупил. Банк свой соорудил, да. Потом прикупил островок на Мальдивах. Ну, яхты, самолеты, все причиндалы. А потом кризис-то шарахнул. Чувствую, не мое это, парни. И? Ну и... Сейчас думаю, чье это все теперь, а? Встречайте, наш старый друг Аркадий Лопухин. Аркадий Лопухин, конечно. Ну, здравствуй, Сочи, здравствуй. Здравствуйте, Александр Васильевич. Спасибо вам огромное, что опять нас тут всех вместе собрали. Вы себе представить не можете, какую неоценимую услугу мне оказали. Че думал, я не найду тебя, упырь? Саня, не держи меня, иди сюда. Как по квартирам ездить, так вместе, да? А как деньги пилить, так тебя нету сразу, да? Аркаш, что, деньги привез, что ли? Да, Сереж, вот тут зато опция десяточка прилетела. Ну вот мы и вернулись. КВН. У нас молодых впереди года. Так, подожди. Слушайте, у нас еще кто-то в команде был. А ну-ка, встаньте рядом. Ну? Ну-ка, обнимитесь. Ну точно, толстый у нас был в команде. Толстый, забыли. Давай. Давление молока. Нет, все больше пить вино. Здорово, Жека. Привет. Пешеходы, помните мою тёлку Зинаиду Петровну? Помним. Похудела-то как? А лицо всё то же. Ну, Жека, наконец-то! Тебя только за смертью посы... Лать, а чё одну только взял? Аркадий, это, между прочим, жена Евгения. Жека, ну я смотрю, ты сейчас вообще крутой такой стал, а? Мужество, честь и отвага. Вот 3 признака моего алкогольного опьянения. Не команда,
а песня. У нас молодых впереди года, и в нашей душе вечная весна. Наши руки не для скуки, для любви сердца, для любви сердца. Той, которой нет конца. Не будем затягивать эту сцену, давайте. Ну да, правильно. Так, с кем играем? Серый соперник и жесть. Он одет Сочи, утомленный солнцем. Этот Галустян. Этот Рева. И Леночка. А эти Максимум Томс. Но знаменитый вон тот. Нашумевший вот этот. Пресловутый как его вон тот, но... Не игра, а мясорубка! Так, кто у нас в жюри в друзьях? А пока Сергей пытается разглядеть в жюри старых знакомых, окунемся в летний Сочи. В сочинском НИИ цитологии и генетики скрестили обезьяну и фотографа. Полученные в результате эксперимента обезьягров и фотобьяна могут зарабатывать в два раза больше исходной пары. А у нас старый знакомый случай в криминальном районе. Алло, мама? Ну все, я кота похоронил. Пойду погуляю. Старый знакомый случай. Ночь после банкета. Все бабы Динамы. Лучше в караоке поехал. Все, спать, 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 спать. Карусель, карусель. Показалось. Все, спать, 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 спать. Что я спать буду? Только сочинское вино десятилетней выдержки может раскрепостить Вику 20-летней давности и скрестить ее с инженером Анатолием 40-летней эксплуатации. Еще один старый знакомый случай. Итак, представьте, муж возвращается домой из отпуска. Ну! Я вернулся! Я ничего не забыл. Все привез. Твои любимые сигареты Родопи 8 блоков. Халат махровый из гостиницы украл, как обещал. Тапочки, веточка можжевельника. Ничего не забыл, ничего. Ребенок где? Блин! И сейчас такая страничка ретро где-то в СССР. А сейчас такая страничка ретро где-то в СССР. Смышленый подонок, а? Ты смотри. О. Принес? Принес. Покажи. Польский? С ключиками. Сколько? Меня деньги не интересуют.
А завтра в 25-м гастрономе выкинут мясо! Хорошо. Завтра на ВДНХ к тебе подойдет человек в сером плаще с журналом «Огонек». Как я его узнаю? У него в руках будет белый пакет. С него будет капать. А есть что-то посерьезнее вообще? Югославские сапоги 39 размера. Финская мойка. Два билета на концерт Малежика. Хорошо. У меня есть человек, у которого есть человек, который знаком с человеком, который женат на человеке, который может достать. Вот! Румынский гарнитур! За гарнитур я готов на все! На все? На все! Тогда завтра ты должен поехать в Даллас и убрать вот этого человека! А зачем ты показываешь мне свой паспорт? Фу. А давай лучше вот этого! Да, но это Кеннеди. А его вчера убили? Ушел твой гарнитурчик. А сейчас представьте, что бы было бы, если бы не было русского мата. Дорогой, я разбила твою машину. Жаль. Но я не виновата. Не лги мне. Ну прости меня. Иди к маме. Здорово, кум. Здорово. Жена машину разбила. Вот жаль! Вот такая вмятина! Ничего себе! А ты машину ей давал? Зачем? А я знаю, что ли? Жаль! Не то слово! Ой, не то! Загорелое лето, в розовом мини, мини-бикини. Так, парни, мы готовы. Я чувствую, мы готовы. Хватит. Мы готовы к серьезному заявлению. Александр Васильевич, берите нас в сезон Высшей лиги Международного союза КВН. Вот так я решил. Все, мы готовы. Что? Жена приехала. Началось. Что ты сказал, Сережа? Задержите ее, пожалуйста. Сережа, какой КВН? Мы тебя только закодировали, Сережа! Только не заводись. Я прошу. Наташа! Наташа! Сережа, тебе сколько лет? Ты все в КВН, а? Наташа, я прошу тебя. Александр Васильевич, ну я не знаю, там введите какие-то возрастные ограничения в КВН. Ну, сделайте исключение для себя там. Но остальных-то пожалейте! Александр Васильевич, объясните вы ей! Вы же своей как-то объясняете все время! Сережа, так ты же пьет! Александр Васильевич, он же пьет! Так я же от волнения перед игрой! Так а чё ж ты за полгода до игры-то волноваться начинаешь? Ой, не права ты, Наталья, не права. Думаешь, мне самому нравятся вот эти вот банкеты, гастроли, легко доступные женщины? А думаю, нравится. Ой, права ты, Наталья, права. В
Ладно. Играй в свой КВН, раз ты без него жить не можешь. Только, Александр Васильевич. Да. У меня к вам просьба такая будет. Не могли бы вы главным призом на летний кубок сделать шубу? Чего бы? А то, боюсь, еще одну зиму я в его медалях не прохожу. Есть город, который я вижу во сне. Ах, если б вы знали, как дорого. У Черного моря явившийся мне цветущий акация Кора. Цветущий акация Кора. У Черного моря. У Черного моря. Город, который я видел во сне. Вот если бы знали, как